Советская, район Звездного. Установлены железобетонные блоки. Как бы для ремонта тротуара, который здесь действительно убитый. Так, на Коммунистической проводится ремонт. Тут все понятно, поворачивать нельзя. Так, идем дальше. Так, вот тут вот уже начинаются затруднения. Люди стоят, машины стоят в пробке. Мы видим чистый тротуар, никаких работ не проводится. При этом абсолютное скопление транспорта. То есть движение уже на одной полосе. Для чего непонятно, такое уже 2 недели происходит. Вот тут затор, машины приходится объезжать, непонятный знак. Для чего, никому непонятно. Вот, пожалуйста, спецтранспорт идет. Идем, смотрим. Советская практически стоит вся.